Как экономить деньги? Совет номер один. Не берите большие тележки в супермаркете. Меньше тележка, меньше покупок. Совет номер два. Ищите акционные товары. Это поможет вам сэкономить. Совет номер три. Покупка товаров оптом значительно сэкономит ваши финансы. Извините, вас на карте недостаточно средств. А, ну, тогда колбасу не надо. То же самое. Мороженое тоже не надо. Вот теперь все в порядке. Спасибо. До свидания.